Катаракта мучила Нарду Синбаеву несколько лет. Полгода назад женщина узнала о том, что в шымкентской клинике делают уникальные операции на глаза. От тяжелого недуга она избавили всего за несколько минут. Ей на левый глаз провели операцию с помощью ультразвука. Это качественно и абсолютно безболезненно. Правый глаз Нарду Синбаевой прооперировали совершенно бесплатно. Операция безболезненная. Так быстро сделали, я даже не поверила. После операции первого глаза я смотрела телевизор в очках и видела все картинки и цвета. Для меня это радость. Спасибо врачам. Более 10 лет в клинике микрохирургии глаза проводят сложнейшие операции на восстановление зрения, которые длятся всего 10-15 минут. Действует хирург с ювелирной точностью. Операции на глаза считаются одними из сложнейших. Опыт шымкентских врачей не дает повода беспокоиться о результате. Клиника, оснащенная по последнему слову техники, ежегодно принимает 1000 пациентов, и каждый месяц сотням больных делают безболезненные операции на ультразвуковом хирургическом аппарате. К слову, благодаря финансированию из госбюджета, последние 2 года такие операции стали проводить бесплатно. Катаракта – это такое заболевание, когда нарушаются биохимические обмены веществ в органе зрения, в самом глазе. Помутнение может быть развиваться в любом возрасте. Катаракта на сегодняшний день оперирует, только лечится оперативным путем. Оперируем мы на оборудовании фокоэмульсификатор. Этот новый, давно известный метод устранения катаракты как можно безболезненно для глаза может удалить любую катаракту. Несмотря на самые современные технологии и прогрессивные методы лечения, врачи не устают повторять, что болезнь легче предупредить, чем лечить, а потому пренебрегать обследованием не стоит.